появился на всемирной выставке кошек, которая даже приурочена к столетию Эстонской Республики. И сегодня я намерена разгадать, в чем же главный секрет любви к кошкам. Вы дрессируете, наверное, этой палочкой котиков, да? Я жену дрессирую и котиков сразу же, понимаешь, как бы. Сразу? Одновременно? Да, именно. Ну, по крайней мере, мне кажется, что котики меня слышали, да? Есть кошки, которых продают, а есть кошки, которые хорошие данные у них, они остаются в питомнике. А поэтому... бракованных вы продаете? Вы можете спародировать их мяу? Ну ты же это не вырежешь, ты это специально, ты все вырежешь и твое мяу оставишь, да? Как бы. Этого мяу я вас и разогревала. Ну, давай. Как? Мяу. Русский голубой кот. Ну как тебе тут вообще, нравится? Ну. Ой, тебе понравился мой розовый микрофон. А как тебе я вообще, моя шапочка? Нравится? Он ищет себе невесту? Ну да. А кого-то тут тяжело, наверное, найти из других-то пород, ему не подходят. Да ему на самом деле все равно кого. Вы болтаете со своим котом? Ну, вы знаете, да, иногда разговариваю. Он приходит ко мне, смотрит мне в глаза. Я ему говорю, Гаврюшенька, его зовут Гаврюша. И он мне мур говорит, я ему что-то могу сказать. Но он недолго со мной, он не любит с женщинами разговаривать. Он мужчина, брутальный мужчина. А если, например, одинокая женщина, и у нее нет мужа, можно ли завести кота вместо мужа? Ну, я не знаю, вы мне такие вопросы задаете, кажется. Я бы вам не в камеру рассказала историю. Расскажите, что у вас есть история? Очень. Но она не такая. Если он спит посреди кровати, вечером надо стелить кровать, ложиться спать, то все ходят вокруг и ждут, пока он уйдет. Да! Никто а вы на коврике спите, что ли, тогда? Можно так сказать, да. Значит, вы живете с мамой и с котятками? Да, да, живу с мамой и с котятками. У вас много поклонниц-то. Вот вы первая. А когда проигрываете, грустите с котом? Нет, особо нет, потому что мы понимаем, что есть такая конкуренция. Валерьяночки, например, вместе выпите? Нет, нисколечко. Нет? А вообще предлагали коту валерьянку? Мы другую валерьяночку, мы свою имеем с собой. У вас валерьянка с собой? Естественно, своя. 40-градусная. Кошки, я считаю, что кошки понимают человеческий текст. Да? Я думаю, что да. Хотя биологи говорят, что нет, но я думаю, что понимают. Скажи, коты будут управлять этой планетой? Будут, конечно же. А же мы и будем, да, инопланетяне такие. Вредничаешь ты когда-нибудь? О, еще так вредничает. Да? Дом хочет обратно, да, боится. Ты боишься? Этого розового микрофона. А вообще, стали бы вы сама, например, в следующей жизни кошкой? Вообще, да, наверное, потому что это такой кайф. Сегодня я поняла, что кошки делают этот мир намного лучше. Так что заводите котят и живите счастливо!